Нырыш, нырыш. Сочинез мезмы? Хун. Герон звонит, а трубка сойдет обычно. В общем, у меня трактор сейчас вот так вот выглядит. Собираюсь красить. Вот это вот только получается. Рама покрашу с двигателем. Перед диски. Все четыре. Вот это поменяю швеллер. И длину надо увеличить сантиметров на 5, а то в колеса задевает. Неизвестно, когда еще передний мост куплю, но все равно буду покупать. Постараюсь в ближайшее время. Ну не в этом году, в следующем году. Так, что касается кабины и крыльев. Так как сейчас работы у меня полно, я думаю, оставлю эту вот работу только на весну следующего года. Ну вот этот вот поросенок с МТЗ-50 ставил. Тут варили, чушка сломана была. Внутри забыл зачистить. Болт зайдет на 10, на 8. Видите, какой. Так, что касается навески. Навеска тоже с МТЗ. Так, в общем, что я покупал? Покупал я сюда вал навески, гайку, вот эту вот штучку, как она называется. Сейчас ниточку. Включится фонарь. Втулки, так, ось, тяга, гайки, втулка оси малая, вот это вот, наверное, втулка оси малая, ну, возможно, что это. Так, выбивал вот эти вот шняги, о-хо-хо, как тяжело. Как паяльная лампа нагревал. Это вот левая сторона еще вышла, а правую я замучился. Вот посмотрите, что я сделал.
ну, чуть-чуть поцарапал чушку вот эту вот. Ну, не так сильно, чуть-чуть. Так, сколько я денег потратил? Смотрите. Вчера купил. Вот, так, 1965 рублей на все потратил. Еще сальник приобретал на рулевую колонку. Здесь сломана была рулевая колонка. Парнишка отдал, заварил. В общем, насколько хватит. У меня есть вот здесь вот колонка еще одна. Буду собирать из двух одну с новыми манжетами. Вот когда время будет. Так, ну это тоже с трактора, с этого все. Запчасть некоторая запчасть лежит. Так, что хотел еще показать. Так, химию сейчас покажу. Купил химию. Вот так она выглядит. Челябинске, по-моему, делают. Очиститель двигателя и моторного отсека. Дал 650 рублей. Разбавлять, если сильно загрязненная, один к одному. А так один к трем. Вот у меня тут разбавленная. Так, вот эта колонка была вся грязная, вот как вот эта вот часть, видите, вся грязная, такая же была. В общем, моет очень хорошо, я счастлив. Друг посоветовал, который на КамАЗе мне привез трактор. Он посоветовал мне, я купил, не жалею. Так, вот у меня, ребят, двигатель этот, сюда засунули кое-как, не знаю, показывал, не показывал это видео, по-моему, нет, не было. Вот, уцепление в сборе, компрессор, помпа, коленвал, горит стандартный коленвал, посмотрим. В общем, вот эту вот штуку, эту я сниму, вот, ну, на тот трактор поставлю. И нужно будет обязательно, вот это вот начал ржаветь. Живеть чуть-чуть наждачкой 2000-й вычищу и обильно солидолом смажу. Вот это в ближайшее время. Так, в принципе, все насчет этого. Тут люфта нету, ничего хорошего, на том у меня чуть-чуть люфт. Так, лежит, отдыхает, есть не просит. Сейчас. Свет включу. Так. Уже металлолом бросил. Сейчас, минуточку. Покажу запчасти, которые я купил на коробку. Коробки менял. Запчасть. Так, вот. Так, сейчас чек достаю. Какой чек у меня? Так, а это чек с навески 2000, который потратил, да? Так, вот чек с коробки. Тоже коробку решил сразу перетряхнуть. Мало ли что там. Ну и, в принципе, не зря туда зашел. Дверь шумит. Так, 27 мая запчасти покупал. Так, вот, в общем, что я купил. Гнездо купил 1415. Вот это вот гнездо, оно сломано было. Подшипники выбил. Гнездо, ну это все, это чермет. С ним делать нечего. Вал 48 первичный 1232 рубля. Если видно, то вот износ у него. Спец сказал, что будет это тяжело включаться передача, и решил тоже поменять. Тоже чермет, я думаю, делать-то ничего больше. Так, вот подшипник с этого вала негодный. Так, шестерня 52 промежуточная раздаточной коробки. Вот она. Тоже чуть-чуть износилась уже.
И с этой шнягой, я думаю, тоже все понятно. Вот задняя передача. Вот из этой задней передачи ты я разобрал, оказалось еще и паразитка. Вот это паразитка, что ли, называется. Тоже там зубья где-то шорканные, если видно. Вот. На новых сейчас тут уже идут эти игольчатые подшипники. А на старых вот это вот, наверное, я оставлю. Говорят, наваривают, там делают как-то. Вот, если кто знает, можете это в комментарии написать, правда, неправда, насколько это хватит. Чисто из-за то, что вот это старого образца, бронзовой втулки, я из этого хочу ее оставить. Так, в общем, по цене, так, шестерня коробки передач 602 рубля. Шестерня 70, непонятно, 746 рублей. Которая это, вот это вот, наверное, шестеренка. Первой передачи заднего хода шестеренка стоит 610 рублей. Так, подшипник 208, 223 рубля. Подшипник. В шестеренку игольчатый 108 рублей. Комплект прокладок на коробку 5 позиций 318. Шплинт 4 мм 1 рубль. Штифт 8х45, пружинный ГОСТ 45 рублей. Так, это шплинт, который 4 мм, это на коробку, которая вот этот конусная звездочка, которая вот дифференциал крутит. Туда я покупал вот этот вот шплинт и заваривал еще в трех точках. Так, ну гайку имею в виду. Она болталась еще, у меня люфт такой был. Закрутил и приварил. Так, еще. Так. Это штифт 8х45, пружинный ГОСТ. Он вот сюда, по-моему, отсюда. Вот это отверстие забивается. Всего потратил 5300 на коробку. 5300 на коробку плюс 2000. Ну, навал. Так, посмотрим, сколько еще потрачу. Хорошо, что у меня есть с МТЗ-50, там двигатель, не двигатель. Покрышки. Так, ну все, в принципе. Всем спасибо за внимание.